Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнять задание номер 1434. Нам нужно решить задачу. Запишем краткое условие. В задаче говорится о двух планетах. О Меркурии и о Венере. Скорость Меркурия при движении вокруг Солнца составляет 47,8 км в секунду. А скорость Венеры неизвестна, но сказано, что она на 12,8 км в секунду меньше, чем скорость Меркурия. Нужно найти, какой путь пройдет каждая планета за 5 секунд, 12,5 секунд и 20,9 секунд. Задачу будем решать по действиям. И первым действием мы найдем скорость Венеры. Так как она на 12,8 км в секунду меньше, чем скорость Меркурия, то, чтобы найти скорость Венеры, нужно из 47,8 вычесть 12,8. И это получается 35 км в секунду. Ну, в общем-то, этот пример достаточно простой, чтобы решать в столбик. У нас десятичные части одинаковые 8 и 8, поэтому при вычитании у нас десятичной части, дробной части в десятичной дроби не останется, а 47 минус 12 будет 35. То есть это 35 км в секунду, это скорость Венеры. Вторым действием найдем, какое расстояние проходит планета Меркурий за 5 секунд. Чтобы найти расстояние, нужно скорость планеты умножить на время. То есть 47,8 скорость Меркурия умножаем на время, на 5 секунд. Нужно десятичную дробь умножить на натуральное число. Выполним умножение в столбик. Начинаем умножать, не обращая внимания на запятую десятичной дроби. 5 на 8 – 40, 0 пишем, 4 в уме, 7 на 5 – 35, и 4 в уме – 39, 9 пишем, и 3 в уме, 4 на 5 – 20, и 3 в уме – 23. Вспоминаем о запятой. Один знак после запятой десятичной дроби у нас был, значит, и в результате у нас тоже будет один знак после запятой. Начинаем отсчитывать справа. Один знак и ставим запятую. То есть наш ответ 239 целых километра. Это путь, который преодолел Меркурий за 5 секунд. Путь Меркурия за 5 секунд. Третьим действием мы найдем, какое расстояние преодолеет планета Венера за те же 5 секунд. Для этого нужна скорость планеты Венеры. Вот мы нашли эту скорость в первом действии, умножить на время, то есть на 5 секунд. 35 умножить на 5. Ну, тут умножаются два натуральных числа, можно посчитать устно, и это будет у нас 175 километров. Это путь, который преодолеет Венера
Да, те же 5 секунд. Путь Венеры будет правильнее написать. Четвертым действием мы найдем расстояние, которое преодолеет Меркурий за 12,5 секунд. Опять-таки мы нашу скорость, то есть не нашу, а планеты Меркурия, умножаем на время. Здесь нам нужно умножить десятичную дробь на десятичную дробь. Будем производить умножение в столбик. Приписываем пример. И начинаем умножать. Цифры 5. 5 умножаем на 478. Умножение выполняем, не обращая внимания на запятую. 5 на 8. 40. 0 пишем четверыми. А, кстати, мы 5 на 478 умножали уже во втором действии. Посмотрите. Так что можно заново это действие не выполнять. И переписать все лишь результат. Дальше умножаем 2 на 478, 2 на 8, 16, 6 пишем, 1 в уме, 2 на 7, 14, и 1 в уме, 15, 5 пишем, 1 в уме, 4 на 2, 8, и 1 в уме, 9. И единицу умножаем на 478, будет 478. Записываем число со сдвигом влево на один знак. Теперь производим сложение этих трех чисел. 0 сносим. 9 и 6, 15. 5 пишем. 1 в уме. 3 плюс 5, 8. И плюс 8, 16. 1 в уме был. 17. 7 пишем. 1 в уме. 2 плюс 7, 9. 9 плюс 9, 18. 1 в уме. 19. 9 пишем. 1 в уме. 4. Да, 1 в уме. 5. Вспоминаем о том, что у нас были запятые в десятичных дробях. Считаем общее количество знаков после запятой в первой и во второй дроби. 1 и 2. Значит, 2 знака после запятой будет в результате. А в получившемся числе начинаем отсчитывать справа. 1, 2 и ставим запятую. 0 на конце. В десятичной дроби можно не писать. Значит, наш ответ 597,5 километра. Это путь Меркурия за 12,5 секунд. Пятым действием найдем, какое расстояние Венеры у нас проходит за те же 12,5 секунд. И для этого скорость Венеры, помним, что она равняется 35 км в секунду, умножаем на время на 12,5. Для этого мы умножаем десятичную дробь на натуральное число столбик. Начинаем умножать, не обращая внимания на запятую. 5 на 5, 25. 5 пишем. И 2 в уме. 2 на 5, 10. Да, 2 в уме, 12. 2 пишем. 1 в уме. 1 на 5, 5. И 1 в уме, 6. Теперь тройку умножаем на 125. 3 на 5, 15. 5 пишем. 1 в уме. 3 на 2, 6. 1 в уме, 7. 3 на 1, 3. Складываем 2 получившихся числа. Пятерку сносим. 5 плюс 2, 7. 6 плюс 7, 13. 3 пишем. И 1 в уме, 3. И 1 в уме, 4. И один знак после запятой был на нашей десятичной дроби. Значит, один знак после запятой будет и в получившемся числе. И наш ответ 437,5 километра. Это путь Венеры. Для сокращения мы просто поставим букву В. И будем знать, что это Венера означает. Путь Венеры за 12,5 секунды.
Шестое действие. Выясним, какое расстояние у нас Меркурий прошел за 20,9 секунды. Для этого скорость Меркурия умножаем опять-таки на его время, на 20,9. Опять умножается две десятичные дроби. Выполним это умножение в столбик. Немножко в стороне, чтобы нам хватило места. И начинаем умножать с цифры 9 на число 478. Не обращаем внимания на запятые в десятичных числах. 8 на 9 будет 72. 2 пишем 7 в уме. 7 на 9 63. И 7 в уме 70. 0 пишем. 7 в уме, 4 на 9, 36, и 7 в уме, 43. Умножаем 0 на 478, получится везде нули. И умножаем двойку на число 478, 2 на 8, 16, 6 пишем 1 в уме. 2 на 7, 14, 1 в уме, 15, 5 пишем 1 в уме, 2 на 4, 8, 1 в уме, 9. Складываем 3 получившихся числа, двойку сносим, 0, 3, 0, 6, 9, 4, 0, 5, 9, и девятку сносим. Вспоминаем о том, что у нас были запятые, считаем, сколько знаков после запятой было 1, 2, значит, в получившемся числе будет 2 знака. После запятой 1, 2, ставим запятую. Наш ответ 999,2 километра. Это путь Меркурия за 20,9 секунды. И последнее действие узнаем за сколько, за 20,9 секунды, сколько Венера у нас прошла, какой путь. Для этого скорость Венеры 35, умножаем на время, умножаем целое натуральное число на десятичную дробь. Выполним умножение шестеренки. Для удобства сначала переписываем десятичную дробь, так как знаков в этом числе больше, ну а потом натуральное число снизу. Начинаем умножать. 5 на 209. 5 на 9, 45. 5 пишем 4 в уме. 0 на 5, 0. И 4 в уме, 4. 2 на 5, 10. 3 на 9, 27, 7 пишем, 2 в уме, 3 на 0, 0, и 2 в уме, 2, и 2 на 6, 2 на 3, то есть 6. Складываем, 5, 11, 1 пишем, 1 в уме, 2 и 1 в уме, 3, и семерка. И считаем, сколько знаков после запятой у нас будет в получившемся числе. В десятичной дроби, на которую мы умножали, был один знак после запятой. Значит, и один знак после запятой будет в результате. То есть наш ответ 731,5 километра. Это путь Венеры за все те же 20,9 секунды. И можем записать ответ. За 5 секунд Меркурий у нас прошел расстояние 239 километра. И Венера за это же время прошла 175 километров.
За 12,5 секунды Меркурий прошел расстояние 597,5 километра. И Венера за это же время прошла расстояние 437,5 километра. И за 20,9 секунды Меркурий прошел 999,2 километра. И Венера за это же время прошла 731,5 километра. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.